Что означает обряд зажигания свечей в храме? Ну, это древняя традиция, так как раньше не было электричества, не было там газа, ничего таких, так сказать, технических новшеств не было. И освещение было свечное в храмах, в монастырях. Естественно, на это использовались свечи восковые, раньше парафина не было, так как нефть никто не добывал. Поэтому свечи и были единственной возможностью осветить храм во время службы. И вот эта традиция пошла, чтобы в память о том или ином своем родственнике, о здравии или о упокоении, поставить свечу в храме, дабы осветить храм. А Господь, видя такое усердие к храму Божию, воздает тому, за кого эта свеча поставлена. Так и сейчас это все происходит. Это жертва Богу в храме Божьем.